Жила-была девочка. Как вы видите, она очень любит смотреть в айпаде видео и играть в различные игры. Она проводит время с айпадом в руках день и ночь и так далее. Ну, в общем, у нее все было хорошо. Но после этого момента ее жизнь изменилась навсегда. Ха-ха-ха, я украл твой айпад. Если хочешь найти его, тогда пройди мои загадки и испытания, и тогда ты получишь свой жалкий айпад. Ха-ха-ха. Может быть, это кто-то из моей семьи? Всем привет, дорогие друзья! Да, если вы хотите продолжение серии в поисках айпада, то пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!